На нашей сцене настоящая звезда. В свои 3,5 года он покорил гроссмейстера Карпова, а вместе с ним и весь интернет. Более 1,5 миллионов просмотров, из которых только моих 50 тысяч. Встречайте, шахматный принц нашего шоу Михаил Осипов! Главный вопрос. Ты же наверняка смотрел финал между Сергеем Корякиным и Магнусом Карлсоном? Смотрел. А за кого ты болел? За Магнуса Карлсона. Не патриотично, ты болел. Да. А почему за Магнуса, скажи? Он красиво играет, и Корякин тоже. Но Магнус Карлсон еще красивее играет. То есть изящно так, да? Ну, я тебя понимаю. Он еще красивее играет. Угу. То есть ты обрадовался, когда Магнус Карлсон выиграл, да? Да. Угу. У меня был для тебя сюрприз. Вот. Я боюсь, что сейчас этот сюрприз вызывает такси. Но, тем не менее, он тебя обожает, этот сюрприз. В нашей студии гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по быстрым шахматам, обладатель Кубка мира ФИДЕ и твой не самый любимый шахматист Сергей Корякин. Здравствуйте, Сергей. Прошу Привет, вас. Я ничего не слышал. Расскажи еще раз, за кого ты болел, когда играл Сергей с Магнусом? За Магнуса Карлсона. Ага. Принципиальный Миша, да. Что делать? А чего не смотришь в глаза, Сережа? Нет, но надо сказать, что Миша сказал, что Сергей Корякин очень красиво играет, а Магнус красивее. Ну, будем в следующий раз выигрывать матч, ничего не остается. Да, но мы в этом уверены, Сергей, тем более, что за вас болела вся страна, минус Миша Осипов, но Миша просто уже чувствовал конкурента, да, Миш? Сереж, вы видели игру Анатолия Карпова и нашего Миши Осипова? Да-да-да, я, значит, видел эту игру, я находился под огромным впечатлением и уже побаиваюсь, Миша. Сереж, а с точки зрения профессионала, насколько это был серьезный поединок? Это был очень серьезный поединок, Миша очень достойно играл, то есть, ну, я сейчас, наверное, был в шоке. То есть я вот могу заверить как профессионал, что это была абсолютно такая интересная партия, содержательная. Миш, ты готов потренировать Сергея? Да. Да, вот, сразу оживился. Вот это... Итак, мы идем на нашу большую шахматную доску. Сергей Корякин и Михаил Осипов. Ну и я рядом где-то. Пойдем.